Я не важный специалист в эпистолярном жанре, но все же попробую выразить свои радостные эмоции от общения с Аксакалом. Стерлитамак – мой самый любимый город после родного Кургана, где я всегда живу. Ну вот уже 30 с лишним лет я очень часто бываю в этом славном городе. Многие мои друзья и уважаемые люди живут здесь. И вот в конце 90-х, накануне 60-летия Сергеича, мне посчастливилось через моего друга Лешу Литвинова познакомиться с ним. Несмотря на 30 лет разницы в возрасте, мы с полувзгляда нашли друг в друге родственные души. Каждый из нас считал себя человеком толпы. Мы не можем обходиться без окружения большим народом. Мы всегда поддерживали широкие застолья. Мы обожаем приколы и неординарные действия. Мы любим, когда вокруг нас певцы и поэты. У меня нет никакой поучительной истории из нашего знакомства, но от веселого юмористического общения я всегда выносил положительные эмоции. Мне запомнилась одна из первых и одна из последних наших встреч. Мы никогда не вели полезный образ жизни и оба любили активное возлияние, поэтому на его 60-летний юбилей я подарил ему ведро водки. Ведро водки с рюмкой возле него, из которого все гости черпали алкоголь. Подписали мы его Максовка и смогли в то трудное время удовлетворить всех гостей. Также мне запомнился последний его приезд в Курган на наш фестиваль «Бартовские костры» с большой командой из Башкирии. Я постарался с душой всех принять, а с Аксакалом в его 80 после 800 километров дороги мы до утра осушали четверть чачи. Почти 3 литра. Все гости от усталости давно спали, а мы тревожили их сон разговорами. На следующий день моему старому другу было, конечно, не очень хорошо, но он был горд за его, я был горд за его силу и выдержку. Сергеич навсегда остался в моей памяти железным, веселым и справедливым человеком, которого обожали и уважали все, кто с ним знаком. Ну вот и один графоманский стих на память об Аксакале, который я зачитывал на памятном вечере. Я Аксакала не любил, я обожал его, не глядя. Заочно гением он был, отец и друг, кому-то дядя. Но при знакомстве наяву он превзошел все ожидания. Такого парня на войну не зря отправили с заданием. А скольких он благословил на поэтические вирши. Любой из них боготворил его и планку брал повыше. Я не пускаю в сердце грусти, о нем нет слов без умиления, и остается только пусть лишь чувство радости общения. О нем скучает вся братва, вся рокерская, братовская. Для нас он будто бы брат-два, жил на все 100, не предавая. Любимец женщин и друзей, ему в любой тусовке рады. Шихан башкирский, он земли. Нет мыслям памятных преград. Макс Ядрянников, город Курган.